MTV World Stage представляет. Лучшие две я отметила, мам. Вот это замечательное. Нет, мам. Мам, да я тут как дядя Дэвид с его тиком. Я не могу с этой фотографией. Ненавижу ее. Келли. Похоже, боже, это ты? Глупая какая-то, ненавижу. И хихиколок моих тоже мне не надо. Тоже ненавижу. Мам, ты прям недоразвитая. Мне она не нравится. Вот это вроде нормальная. Оззи. Она кверх ногами. Тяжелая взрослая жизнь. А куда это она поехала? А что ты хочешь, чтобы она поднялась обратно? Ну да, это же прикольно. Пусть она катается туда-сюда, туда-сюда. Это здорово, весело. Смотри, шайтан машина. Ух, ё, пусть покрутится, обалдеть. Вот это рок-н-ролл настоящий. А чё она перестала вылезать-то? Сломалась, ну вот. На этой неделе у тебя... Это что, мне со всеми ними надо поговорить? Дай посмотри. Нет. Крис Эмериса снимает собачий календарь. Он просит тебя позировать с собаками. Я уже сказала, что нет. Это же собачий. Я же не хочу это. Ну, короче, нет. Но собаки — вся твоя жизнь. Оставим мою жизнь в покое. Я с удовольствием займусь чем-нибудь другим. Вообще ничем. Нет, так нет. Келли отказалась, пожалуйста, не заставляйте ее позировать с собаками. Так, отправляю фотографу. Ты отправила Майклу? Да нет же, фотографу. А купил Майклу, я видела. А эти съемки, они надолго? Они для обложки? Это для интервью. Черт, а нафиг мне туда ехать? Нельзя, что ли, интервью по телефону взять? Келли, это очень важно. Завтра мы должны быть в Нью-Йорке. В Нью-Йорке завтра? Да, песню записать. А почему здесь нельзя? Потому что мой хренов продюсер сейчас в Нью-Йорке. А почему он звонит тебе сегодня и требует, чтобы мы были в Нью-Йорке завтра? Потому что я должна была быть в Нью-Йорке уже сегодня. Подожди, у меня в расписании этого нет, мы этого не планировали. Отстань от меня, можно подумать, за мной должны следить тысячи людей. Я и сама справлюсь. Ну, как знаешь. За день мы уложимся? Группа называется Delusion, но я их давно нашел, и 8 месяцев назад они наконец заключили первый контракт. Так что пора заканчивать альбом. Ну да, это будет альбом века. Ты, конечно, в них не веришь, да? Конечно, не верю. Будут сейчас говно по кругу гонять, а к альбому так и не приступят. Зачем вообще мы туда едем? Черт, я на час уже опаздываю. Неплохо, неплохо, совсем неплохо. Да, это лучшее, что мы когда-либо записали. Ну, скажи, что круто. Скажи, давай, скажи, это круто. Скажи, давай. Это же лучшее, что ты слышал, честно.
Полегче, парни, не наседайте. Насколько я помню, из вас Келли первая добилась внимания прессы. Кто же был первым, Джек или Келли? Ты или сестра? А она сейчас здесь? Что, занервничал? Я спросил, Келли сейчас здесь? Да, конечно, она за стеночкой песни записывает. Санетти приглашает Келли принять участие в показе коллекции женского денима. Почему бы и нет? Что вот обязательно всем на меня носить именно сегодня? Вы другого дня не могли найти? Я устала, меня уже тошнит, я хочу немного отдохнуть. Мам, ты не представляешь, тебя ж там не было. Когда ты хочешь отдохнуть? На этой неделе? Или я все улажу, я все сделаю, если ты захочешь. Что случилось-то? В чем дело? Или устала, она бесится из-за того, что на нее столько всего свалилось. Она хочет отдохнуть, хочет побыть ребенком. Это тяжело. Через пару месяцев будет еще тяжелее. Да, еще тяжелее. Проблема в том, что когда она подпишет контракт, ей придется его выполнять. Ей придется понять, что это не игра. Либо ты работаешь, либо ты не работаешь. Поблажек не будет. Оззи, поговори с ней, ей сейчас нелегко. Поддержи ее. Она справится. Келли, можно войти? Не ори на меня, мать твою! Господи, неужели нельзя оставить меня в покое? Я многого прошу! Просто оставьте меня в покое, идите все на... Я к ней больше не пойду. Я ее боюсь. Она орала? Она меня чуть не загрызла. Вообще, это не моя работа. Я ж мужик. Она обожает работать на публику. Я так ее люблю. Да она спятила, мать ее. Сегодня у тебя был сложный день, он уже почти закончился. Иди спать. Я не хочу на эти съемки. Не хочешь, не надо. Не раздувай из мухи слона. Да, но никто тебя не заставляет. Келли, не ищи повода к ссоре. Никто с тобой не собирается ссориться. Делай, что хочешь. Келли уезжает в Нью-Йорк. Что, как, уже? Да, Келли, у тебя деньги есть? Да, есть сотни баксов. Этого мало, с собой надо взять больше. Сейчас, подожди, я дам тебе денег. Так нельзя, сотни мало. Сейчас, подожди. У меня здесь где-то было. Я же вроде сказала, что мне деньги не нужны. Нет, с собой надо иметь наличные. Я буду так скучать. Позвони мне, как только приземлитесь. Хорошо. Нас в аэропорту встретят. Телефон не забыла? Он заряжен? Хорошо. Я буду ужасно скучать. Две руки. Не экономь на объятиях. Мам, я через сутки уже вернусь. Вот, держи деньги, возьми. Мне столько не нужно. Ну, возьми, деньги всегда нужны, я знаю. Да мне столько не нужно. Ну, слушай, мне виднее. Короче, бери все. Береги себя, я люблю тебя. Веди себя хорошо и покажи им. Хорошо. Алло. Да. Да, Джейсон, привет. Да, все, в порядке, жду ваш диск. Да, но вы должны были закончить альбом и сделать демозапись на диске. Какие проблемы, я не понимаю. Не надо мне сейчас этого говорить. Мне нужна ваша демозапись. Что он говорит, что он охренел, что ли?
Меня ни хера не интересует его проблема. Нам нужен этот гребаный диск. Вы ради чего альбом записывали? У него что, с мозгами беда, мать его? Полный дурдом, мать вашу. Что случилось? Случилось то, что этот гребаный гитарист, гребаный Delusion, либо дегенерат, либо идиот. Он не дает нам демозапись, боится за нее. Как я их буду раскручивать без диска? Это же обычная практика. Вот именно, он уперся как баран. Продажи футболок, маек, свитшотов и других товаров с необычными принтами. Подбор картинок по темам Россия, спорт, музыка, кино и прочие технологии производства. Возможность создать свой дизайн. Преимущество для покупателей. Высокое качество продукции, каждое изделие тщательно проверяется перед отправкой. Придумано и произведено в России. Рисунок не выцветает и не выстирывается. Подарки при онлайн-оплате, возможность оплаты при получении заказа. По крайней мере, орать я могу. Да, это мы поняли. Как будто все дерьмо выходит. Легкие у тебя мощные, это хорошо. Да, хоть это. Ну, очень хорошо. Так, давай еще разочек снимемся. Очень хорошо. Ну, идеально, великолепно. Мне неудобно. Понимаю, хорошо. Может быть, покачаешься вот так немножечко? Я чувствую себя умственно отсталой. Ну, отлично, замечательно. Я двигаться в этом не могу. Так, язычок подальше. Очень хорошо. Ты знаешь, мне нравится, но боюсь, журналу это не понравится. Извините, я на минутку. Пойду и повешусь. Это Келли на первой линии. Мне звонит Келли. Алло? Да. Перезвони мне, когда успокоишься, ладно? Пока. Она позвонила, чтобы сказать, пусть подавится своими деньгами. Она больше ничего делать не будет. Ненавижу всякие организованные приемы. Никакого драйва. Ненавижу. Вчера Келли ходила на прием, и там охранник папа Дэдди случайно на нее налетел и сбил с ног. А пап Дэдди помог ей встать, усадил за стол и извинился, и вообще был милым. И еще сказал, что она носит мало бриллиантов, и что он ей подарит часы с бриллиантами. Да он всю свою свиту одевает. Что? Да он... Еще она сказала, что он был хорошо одет, и у него хороший парфюм. И вообще он милый. Представляешь, если Келли начнет встречаться с папом Дэдди. А я тогда буду тещей папа Дэдди. Паф-мами? Паф-мами. Он же сейчас Пидиди. Пидиди, Диди, Биди, Шмиди. Келли и Пидиди – отличная пара. Келли – маленький бунтарь, рядом с ней большой и надежный Пидиди. Да не, ты что? Мне кажется, они будут отличной парой. Ты так говоришь, потому что он знаменитый, у него бабла полно. Нет, он прекрасно пахнет. Я тоже прекрасно пахну. What's with the temperature now? What's the high?
What's the low? Мам, ну да, я знаю, что избалована, но пойми, это не тот вид избалованности, когда сучат ножками и кричат «хочу немедленно». Можно же найти какие-то компромиссы, не настолько же я избалована. Можно же что-то придумать, чтобы не делать то, чего я не хочу делать. Понимаешь? Well, get on board, little children, get on board. Well, get on board. Вот это да. Что там? There's room for many more. Давай, показывай. Келли? Это самые большие часы, которые я в жизни видела. Обними мамочку. Не знаю, не доверяю я ему. Не смей так говорить о моем зяте. Мам, ты спятила. Какая красота. Правда же он прекрасно пахнет? Ты знаешь, он такой джентльмен, такой изящный и модный. Я так и знала. Маникюр идеальный, костюм идеальный. Наверняка и член идеальный. Мама! Член Педиди? Даже или твоя мать обсуждает член Педиди. Мам, я тебя прошу, не надо. Он наверняка такой гладкий. Наверняка хорошо смазан маслом. Мам, меня уже тошнит. Наверняка просто идеальный. Надо было попросить посмотреть. А куда делась Келли? Она приехала, она вернулась? Наверное, на офисе. Перестаньте, хватит. Келли, дай послушать альбом. Да пошла ты, мать твоя. Па, подожди, я иду. Какую песню ты хочешь послушать? А что-то у тебя какие есть? Три разные песни. Все одинаковые, да? Нет, по песне на диске. Ну, давай все скорее, давай, давай. Ты можешь собой гордиться. Извините за беспорядок. Кейси может здорово упереться, ты же знаешь. Да, я понимаю. Знаешь, особенно если дело касается чего-то, что для него очень важно, его вообще тогда не сдвинешь. Да, я понимаю, я только надеюсь, что он перестанет себя вести как упрямый баран. Да, как-то неловко получается. Ну чё, неплохо? Как тебе, нравится? Да, мне нравится. Мне тоже нравится. Да, неплохо, всё хорошо. Наконец-то вы закончили запись. Это здорово.
У нас можно купить мужские, женские и детские футболки с принтами и другие товары с изображением Оззи Осборн. Оплата при получении или онлайн банковской картой, электронными деньгами. Доставка по России и миру почтой. Товары вы можете заказать внизу по ссылке под видео в описании. Че ты улыбаешься? Как будто затеваешь чего-то. Смотри, станешь суперпродюсером, весь мир будет у тебя в подчинении. You seriously are gonna be a like one of those like super villains one day. Да, точно. Когда-нибудь так и будет. And like wanna take try, over. Yeah, exactly. You're gonna take over the world. А что вы там смотрите? Видит, фильм смотрела каждый день, когда поменьше была. Хороший фильм. I love you, Daddy Warbucks. Нам выходить через 10 минут. Я еще не паковалась. Tomorrow, bet your bottom dollar that tomorrow there'll be some. Чего ты смеешься? Tomorrow, sweep away the cobwebs and the sorrow.